Отчет пошел. Великобритания и Евросоюз приступили к оформлению развода. Отвели на это 20 месяцев, ведь обсудить нужно сотни вопросов. Но начало переговоров уже показало. Времени может не хватить. Почему, расскажет Светлана Чернецкая из Лондона. Неразбериха началась уже на этапе определения статуса этих переговоров. Брюссель заявляет о старте первого раунда обсуждений по Брекзиту, а Лондон называет его вторым. И действительно, представители сторон в прошлом месяце уже встречались в штаб-квартире ЕС. Но для Европы это была сверка позиций, а для Британии полноценное начало переговоров. Уже это свидетельствует о том, что процесс будет непростым. Тем более, что среди вопросов, которые предстоит решить, финансовый. Брюссель требует, чтобы Лондон заплатил за разрыв отношений. Именно от этих переговоров зависит, будет это 20 миллиардов евро или все 100. Мы хорошо начали в прошлом месяце, но сейчас нам предстоит вникнуть в суть дела. Пора приступить к работе и сделать эти переговоры успешными. Нам нужно сравнить и оценить позиции, чтобы достичь прогресса. Наши группы переговорщиков будут работать над вопросами прав граждан, финансовым урегулированием и другими. Переговоры продлятся 4 дня. Дальше стороны разъедутся по домам и начнут подготовку к следующему раунду. Он состоится через месяц. И пока финансовый вопрос не утрясут, к другим не перейдут. Ну а в это же время Лондон запускает в Европу королевский десант. Растопить сердца европейцев должны самые маленькие члены монаршей семьи. Принц Уильям с супругой, 3-летним сыном Джорджем и 2-летней дочерью Шарлоттой сегодня прилетели в Варшаву с официальным визитом. Позже наследники престола отправятся в Германию. Британия не скрывает. Это дипломатия Брекзита и своеобразное заверение, что Лондон останется надежным партнером и после выхода из ЕС. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».